Скромный в жизни, неудержимый в октагоне. Боец UFC Магомед Анкалаев вернулся на родину после очередной победы. На счету дагестанского бойца уже 14 успешных поединков в смешанных единоборствах и только одно поражение. В аэропорту спортсмена встречали родные и близкие, сельчане и общественники. Анкалаев признается, последний бой против молдаванина Куцелавы был для него особенно важным, так как соперники встречались второй раз к ряду и нужно было поставить точку в этом противостоянии. Я был хорошо готов. Это как бы такой принципиальный бой был, поэтому не жалел себя. Был готов на 100%. Сейчас, я думаю, они мне выберут хорошего из топ-5. Титульник, думаю, недалеко от меня. Так что будем готовиться, двигаться дальше. Мы знали, что он чуть медленнее меня. Мы планировали так его, на его движениях его поймать. Ну, так и получилось. Этот успех стал для Анкалаева 5-м подряд под эгидой лиги UFC. Как предполагает боец, имя своего следующего соперника он узнает в январе-феврале. Победа приблизит его к главной цели – титулу чемпиона в лучшей организации мира.